Гласят о том, что туризм, он сохраняет биоразнообразие территорий и способствует развитию традиций местных, этнических. Да, и то, что с нами в компании, в экспедиции будут присутствовать и вены, да, которые будут курировать, собственно говоря, школу нашего выживания. Это принципиально важно. Это продукт, это проект, маркетинговый, туристический продукт, который будет призван развивать территорию, давать работу, в том числе местному населению, да, путем поддержания их традиций. Ну и, конечно, последний важный момент – это, безусловно, люксовый продукт. Это очень важно, да, потому что мы знаем, что продавать холод хотят многие. Да, и Якутия имеет уникальное преимущество в том, что именно здесь находится точка климатического экстремума. Абсолютно все экстремумы мира, будь то самое влажное, самое